Hi guys, hi girls. Здравствуйте. Шалом Израиль, шалом Россия. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василий Шевчук, и я желаю всем крепкого здоровья, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный техническим разделам Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, сегодня речь пойдет об этом боксе X96 Max Plus, версия 4.32. Мне принесли этот бокс, и как мы видим, вот здесь система. Полная Android-система, не Android TV. И если кто-то желает оставаться на этой версии Android, пожалуйста, вот версия Android. Сегодня речь пойдет о Recovery TWRP. Recovery TWRP, которую я выложил на своем сайте. И если мы зайдем на мой сайт evolutiontvvs.com, зайдем вот сюда на блок системных файлов, нажимая на блок системных файлов, у вас появляется вот такая страничка, нажимаем прошивки Amlogic, и мы попадаем на страничку прошивок. Там, где я выкладываю все прошивки. Значит, я тут уже в этой прошивке, в этой страничке залил вот такой рекавери. Этот рекавери TWRP 3.3.1.0. Это рекавери в image архиве. Это не zip архив, это image архив, который надо скачать. Нажимая вот сюда на эту ссылку, мы попадаем вот сюда на мегахранилище, и мы можем отсюда скачать этот файл. Обращаем внимание, это image файл. Этот image файл мы можем установить на стоковую прошивку для того, чтобы нам сделать бэкап архивы и восстанавливаться. То есть вы не кастомную прошивку устанавливаете, а устанавливаете Recovery TWRP, которая делает бэкап архив и может восстанавливать полностью систему, если кто-то желает оставаться на этой системе. Также это Recovery TWRP сохраняет папку даты, то есть ваши программы, которые вы установили в эту прошивку. Скачали мы вот эти файлы. Я уже в прошлом видео показывал вот этот файл-браузер, который... И если мы зайдем вот здесь у меня в папке Recovery, у меня в папке Recovery лежит, значит, один первый Recovery, это токовый Recovery, и он размером 15.60 мегабайт. Также лежит еще один Recovery, 22.16 мегабайт. И также лежит эта рекавери, которую я вам сейчас покажу. И эта рекавери немножко отличается. Эта рекавери я выдернул с прошивки от Супер Селерона. И что мы сейчас делаем? Значит, мы заходим в программу апдаты. И идем к
Как вы видите, в прошлом видео я показывал, как установить последнее обновление на эту прошивку. Мы идем вот сюда, Location. Извиняюсь, я немножко поспешил. Нам надо зайти сейчас в файловый браузер, другой файловый браузер. И отсюда скопировать с USB накопителя, скопировать Recovery TWRP, который также можно скачать. И мы его просто берем мышкой. Как вы видите, я вот отметил и взял мышкой. Также это можно сделать флайпультом. Флайпультом, если мы возьмем, вот, например, вот это Recovery TWRP и потянем в загрузки. Мы потянем в загрузки и мы его туда скопируем. Как вы видите, скопировалось сейчас Recovery TWRP. Это Recovery TWRP, которая нам не особо пригодится, но оно нам нужно для перезапуска бокса. То есть, мы заходим вот в эту программу апдаты. Это я вам сейчас показываю, как можно сделать, не устанавливая дополнительных программ, зайти в Recovery TWRP, в Recovery стоковый. Также можно зайти в стоковый Recovery, зажав кнопку Reset на боксе и подключить питание. Но если у кого-то не получается и как-то не выходит, можно зайти таким же образом в Recovery через вот эту программу Abdat. Естественно, нам надо скопировать на наш бокс хранилище в папку Dollar Recovery TWRP, неважно какой, и мы сейчас просто зайдем в Recovery TWRP. Давайте зайдем в Recovery. И наша система перезапускается. И пока система перезапускается, еще раз, ребята, обращаюсь к своим подписчикам. Тем, кто еще подпишется, ставьте лайки, поддерживайте канал. Денег это не стоит. Но мне приятно, что поставили лайк. Следят за каналом. Всем большое спасибо. И сейчас, как мы видим, Recovery TWRP у нас не сработало. Выдало какие-то ошибки. Хорошо, но мы зашли в стоковый Recovery. Сейчас, после того, как мы зашли в стоковый Recovery, нам понадобится оригинальный пульт. Или мышка. Но мышкой не очень удобно, так как идет прыгание. Или флайпульт. Но флайпульт нам нужно отключить положение мыши. И если мы отключим положение мыши, мы можем пользоваться как оригинальным пультом. Зайдя вот сюда, на четвертую строку Ample Update from Exit, мы заходим в наш USB накопитель. В нашем USB накопителе я заранее уже вложил Recovery TWRP, который относится к боксам X95X3, S95X3 Amlogic. Мы заходим в Recovery. Этот Recovery нам предоставил Виталий, и все, естественно, им пользуются. Мы заходим вот сюда, монтирование. В первую очередь заходим в System,
монтируем систему, монтируем вендор. И как вы видите, вот сейчас вот такой у нас рекавери. В этом рекавери у нас нет еще раздела продукт. Тот рекавери, который я сейчас вам покажу, будет этот раздел. Смонтировали мы все разделы, а именно System раздел и Vendor раздел. Все остальные вот эти разделы, они нам не нужны, они просто нулевые. Эти разделы нулевые, они нам не нужны. Далее, идем на установку. На установке нам надо выбрать USB. То есть, если мы идем вот сюда в папку, мы идем и находим USB OTG. В этом USB OTG у меня есть папка Recovery. У вас это будет, может, в корневом каталоге, может, вы положите в какую-то папку отдельную. И сейчас мы находимся в этой папке, но мы не видим имидж архивы. Для того, чтобы мы видели имидж архивы, нам надо нажать вот на эту кнопку. И мы сейчас видим имидж архивы. Вот это наш стоковый рекавери, который я говорил. Вот это Recovery TWRP, который именно такой, как и этот. А вот это новый Recovery TWRP, который мы сейчас, выбрав его, Recovery TWRP 3.3.1, устанавливаем в Recovery раздел. Отметив вот здесь Recovery, мы протягиваем свайп вправо. И у нас установилась Recovery TWRP. Сейчас мы идем назад. Вот на этот треугольничек мы нажимаем два раза. Раз, два. Попадаем обратно в Recovery. Нажимаем еще раз назад. Попадаем на главный экран Recovery TWRP. Сейчас нам нужно перезапустить систему. Перезапустить систему мы можем и вот этой кнопкой. Но лучше перезапускать систему через дополнительно терминал. И здесь мы можем написать просто reboot. Reboot — это значит перезапустить систему. Но мы сейчас добавим reboot в recovery. То есть мы хотим перезапуститься в Recovery. И пишем здесь Recovery. Написав здесь Recovery, нажимаем на кнопку Enter. И наша система сейчас перезапустится. И вы увидите, что у нас сейчас установлено в оригинальной прошивке. Как мы видим, Recovery TWRP 3.3.1. И сейчас мы идем на монтирование. И что мы здесь видим? Мы получаем System Vendor Product OMD. Дата, кэш, все эти разделы. То есть, те бесполезные разделы, которые были, нам не нужны. Нам нужны вот эти все разделы. Сейчас, если кто-то желает сделать копирование, резервный бэкап, пожалуйста, резервируйте все разделы. Logo, System, System, Vendor, Vendor, Product, Продукт. Этот раздел нулевой, нам не обязательно. Этот раздел нужен, как мы видим, 128.
И этот раздел тоже нужен. И также дата раздел. Дата раздел тоже архивируется. Для тех, кто желает полностью сделать бэкап архив, желательно отметить все птички, но есть возможность, чтобы вот эти разделы image, разделы нам особо не нужны. Как мы видим, вот здесь image разделы можно снять. Почему? Это те же самые разделы, но их можно установить, если не через бэкап систему, то через вкладку установка. Как мы видим, вот здесь есть восстановление, а вот здесь есть установка. И через этот раздел установка image архивы можно установить. Вот все, что я вам хотел показать. Ребята, мы имеем стоковую прошивку, полноценный Android AOSP, не ТВ-версия, но мы имеем Recovery TWRP, и сейчас можно делать бэкап разделы полностью всей системы и также восстанавливаться. Вот такое небольшое видео, такая инструкция. Буду заканчивать. Всем крепкого здоровечка. Ставим лайки. Огромных знаний в системах Android. До свидания. До следующего видео.